знаешь? Это Петр Власов. И Бустер. Кого ты стер? Кого ты там стер? Я стер. И Бу. Было бы круто. Итак, объясняем правила нашего шоу. Давай. Мы смотрим видео, различные юмористические видео из интернета, желательно, ну, не желательно, а обычно мы смотрим вертикального формата видео. Да. Смотрим их и придумываем для них более крутую концовку, которую заслуживают зрители. О, смотри, это палец птичка цапля. О. Палец птичка цапля шел по полю, цапал жизнь за лапы, а потом за палец, за кордон. Я подумал, шел по полю Шолохов. Шолохов — это наше шоу. Шолохов, да, это мы. Спасибо. Ролик номер один. Ролик номер один. Дорогой, я так хочу тебя. Я же на работу. Ладно, опоздаю. А ты что, раньше времени, да, сейчас? Почему опаздываешь на 2 минуты? Да. Ну вот, молодец. Я смешнее пошутил, мне кажется. Че, раньше времени пришел? Да, ну типа, а ты что так раньше времени пришел? Вчера. Потому что у него в жене портал. Во вчера. В Жанне Жене? Да. Кто это? Жан Жене. Ну, фотография его. Вот здесь. На нем. В очке. Да не надо. О, этот парень работает типа в Пятерочке, да? Это Магнит. А у тебя глаз наметан. Да. На очко. Глаз наметан. Глазометами наметан глаз. Короче, знаешь, сразу приходит шутка, у меня вот... Да, кот, куда? Тук-тук. Кто там? Шутка. Заходи. Опа. Ой, да не туда. Гарик. Опа. Ну давай. Шуточка зашла к проктологу. Проктологу зашла шутейка. Палец говорит, оставь прямо у меня, потому что здесь лазейка. Опа. Понятно, что здесь шутка такая, типа, ну что, чувак, типа, скорострел, да, типа за 2 минуты кончину. Эрекция, эрогировал. Эрогировал свои полномочия. Оп. Полномочия жене. Половые мочи. Половые мочи. Короче, типа, он говорит, приходит, и босс его, босс какой-то тоже. И босс, да. И босс ему говорит, ты почему опаздываешь на 2 минуты? А этот мужик такой, ты опоздал, потому что трахал твою жену. И этот босс такой, ты чё, охренел? Не твою, а вашу. Я же босс, ну ты, субординацию имей. А, ну нормально. Попробуем выпуск номер 2. Попробуем. Да, почему выпуск, стоп, еще раз. Видео, ролик номер... Второй ролик. Попробуем. А? Говно. Так это вы со своим пальцем пришли. Это правда, точно. Богдан Лисевский. Где мои бабки, высерок? Я не высерок. Отпусти этого высерка. Да. А то че? Тебе в рифму ответить? A few moments later. Сколько? Чего? Должен. 100. Тысяч? Рублей. 50. Сойдет. А где высерок? Да, где высерок? Где высерок, блядь? Тот же самый вопрос. Его что, высрали в другой подъезд? Или всрали обратно. Всрали, да. В срок. Чтобы мне в срок 50 роликов сняли таких вы же. Вы сирок. Сирок, типа, маленький сир. Типа, не до как-то князь. Мессир, та, этот, из пришельцев. Жакуй. Жакуй, и да, и мессир. Мессир, таю мессир! Мессир! Вы сирок! Я сирок, я сирок. А вы кто? Я сирок, я сирок. Бегал по метелям. Ну все, пока хватит. Все-таки нельзя так тоже эту песню раздавать за бесплатно. Вы лучше Wi-Fi раздайте. Сейчас. Давайте. Когда высерка прижали, и этот чувак говорит, типа, не трогай. Когда высерка прижали, это надо бежать. Быстро. Это вам знакомое, я смотрю. Это правда. Высерок стоит, и этот говорит, типа, а то чё? Тебе в рифму ответить? Давай.
А то чё? Готовим суп харчо. Посмотри на небо, увидишь свинку Пеппу. Высер кранит рожь, он на Новый год. А пока что Пасха, яички ты помножь. Всем пока, братишки, я на спиртзавод. Простите, я вчера написал эти стихи. Они, кстати, никак не связаны с этим роликом. Это просто совпадение. Яйца помножь на что? В смысле, на ноль? Ну, они же овальные, как кабинет у Клинтона. И? Ты, кстати, Клинтон можешь найти? У женщины. Я находил. Да, и как там? Там, если где Клинтон, там и саксофон, как говорится. Ну, это прям дыра у него нормальная, у саксофона. Ну, в эфире программа «Серебряный дождь», после нас «Золотой», да. После нас «Золотой». А как тебе драка и постановка? Не, драка, кстати, круто сделана. Вот прям круто. Сделано круто. Джон Уик или вот это? Ты бы посмотрел вечером с детьми. Вечером с детьми? Ну, не со своими, какая-нибудь. Ну, понятно, зачем мне. Вот в детский сад приходишь и говоришь, дети, мы сегодня смотрим. Вот это. Высерка. Да, высерок. Какую оценку ты поставишь этому ролику? Вот давай, от до. От. Айди от меня, воняет от тебя говной. До. Ширак. От айди от меня до ширак. Поставим этому, я думаю, тарелку НТВ+. Да! Ролик номер три. Три. Хорошее пиво. Гаврил Анатольевич, а Давид пиво пьет. Ты где его взял? Ну-ка выбрасывай, чтобы я его больше не видел. Вообще-то оно безалкогольное. Оно же разрешено. Неважно, безалкогольное это или алкогольное. Энергетики или электронки. Это все ужасно влияет на ваш организм. Вырасти не успеете, как будете по врачам бегать. А где мусорка? А, вот. Больше никогда эту гадость пить не буду. Кстати, почему пиво какое-то голубое, да? Крафтовое какое-то? Дорогое, наверное. Варкрафтовое. Игра такая была. Была, да. Шутка для тех, кому за. За***. Ну, мне кажется, было бы круто в конце, если он такой... Педро, ну, под эту музыку он идет, типа, все, я больше тебя не буду, типа, там, да, ты больше меня не затащишь. Ты вот так бросает корзину пиво. И тут раз мимо проходил баскетбольный тренер из NBA, и он такой, вау, вот это бросок, парень, я забираю тебя. И просто ворует ребенка и убивает его. Ну, это бывший тренер NBA. Мне кажется, там еще музыка, вот, типа, вот эта известная, вот, пояла. Мне кажется, надо вот в исполнении вот в этой чувихе, вот сейчас мы вставим, в исполнении в этой чувихе лучше было бы смотрелось. Ну, он говорит, по врачам будете бегать. Ну, да. По врачам будете бегать. А зачем бегать по врачам? Это что, какой-то олимпийский вид спорта? Ну, да, типа, бег врачи. По врачам. Типа, ты по ним бегаешь. Ну, да, врачи лежат, а ты бежишь. И они такие, типа, они же звуки издают. А это еврейские врачи? Типа, ой. Вот что бы ты детям сказал? Вот перед тобой детишки сидят, и ты спалил одного из них с пивом. Что бы ты сказал ему? Типа, вот Ахмед. Ахмед, вот этот парень, ну, по-любому он Ахмед его зовут. Вот Ахмед с пивом пришел в класс и говорит, хорошее пиво. Прям при тебе, представляешь? Ну, это сейчас опасно. Хорошо, не Ахмед. Высерок-младший. 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 С пивом. Да, и такое хорошее пиво. Что ты ему скажешь? Хуйня. Вот, возьми получше водяры, да? Что за хуйня у тебя какая-то? Пиво для баб. Сиськи раз... Голубая хуйня. И голубая, да. Голубая хуйня. Голубая. Ну и посмотрим заключительный ролик под номером 4. Пельмешечки, я кушать так люблю. Горячие пельмешечки, я лучше подожду. Пока остынут. Ха, я ждать не буду. Вау. Ну, смотри. Значит, надо придумывать сейчас ну, мы да. Будем снимать. Думаешь, снимем? Вместо... Ну да, а что тут? Да не сейчас, ладно. Камера еще включена. Да, подождите. Тем более. Ну-ка, на OnlyFans. Запрещенная в стране наверняка организация. Тихо. Ну ладно. Верни. Вот так все. Ну, знаете что, мы решили пойти и снять с нашей концовкой этот видос. Да. Погнали. Было бы круто. Пельмешечки, я кушать так люблю. Горячие пельмешечки, я лучше подожду, пока остынут, как наш папа. Ха, а я ждать не буду.
Дети, что у вас тут происходит? Мам, он засунул мне свой пельмень в рот. А ты засунь ему свой вареник. Ну последний вареник съел папа. Ты что, забыла? О, вареник! И кстати, у тебя инсульт. О, ну что, было, по-моему, стало вообще круто. Стало круто. И как вы считаете, круто? Очень. Мы считаем, что это вообще супер, классно. Лучше пора это в кинотеатры выпускать. Поэтому ставьте лайки, ребята, пожалуйста. Все равно нихуя нет. Да ты хватит, да ставьте ладно, лайки, пожалуйста, жить. Ребята, продвигайте видос, шерьте друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам, всем присылайте, чтобы они посмотрели. Снято. Конец. Было бы круто. Было бы круто.